теплые приветствия в этот святой для каждого белоруса праздник. Начинается церемония возложения. Первым к подножию монумента ляжет венок от главы государства Александра Лукашенко. Наш президент отдает дань памяти павшим героям вместе с сыновьями. На площади Победы представители разных поколений, наши ветераны, дети и внуки героев той войны. Трогательные кадры и такие памятные минуты, которые у нас на глазах становятся страницами истории. 76-я годовщина Победы. И есть еще, да, немного, но есть те, кто готов рассказать о тех страшных днях. Наши победители. Всегда помним и чтим их. Прислушиваемся к советам, черпаем в них силу. Наш президент бережно поправляет ленты на памятном венке и склоняет головы перед героями той войны.